Ирыгон Булдар, Хизепли Чуваш Республики, Пучлыка, Хаклаханазем. Добрый день, уважаемые глава Чувашской Республики, приглашенные. В соответствии со статьей 72 Конституции Чувашской Республики, глава Чувашской Республики обращается к Государственному Совету Чувашской Республики с посланием об основных направлениях государственной политики Чувашской Республики. На торжественном собрании, посвященном оглашение послания главы Чувашской Республики Михаила Васильевича Игнатьева, присутствуют член Совета Федерации, Федеральное собрание Российской Федерации Вадим Иванович Николаев, депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Леонид Ильич Черкесов, депутаты Государственного Совета Чувашской Республики, руководители органов исполнительной власти Чувашской Республики, территориальных органов, федеральных органов исполнительной власти, судебных, иных государственных органов, федеральных учреждений и внебюджетных фондов, почетные граждане Чувашской Республики, советники главы Чувашской Республики, представители органов местного самоуправления в Чувашской Республике, руководители предприятий промышленности малого и среднего бизнеса, организации бытового обслуживания и сферы услуг, кредитных организаций, руководители организации строительного и транспортного комплексов, дорожного и жилищно-коммунального хозяйств, руководители сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, личных подсобных и фермерских хозяйств, кооперативов, предприятий и организаций экологии, природопользования и охраны окружающей среды, представители организаций здравоохранения и социальной защиты населения, физической культуры и спорта, руководители образовательных и научных организаций, представители учреждений культуры и искусства, связи и информатизации, средств массовой информации, члены Совета старейшин при главе Чувашской Республики, представители политических партий, общественных и религиозных объединений. Уважаемые депутаты и приглашенные, торжественное собрание, посвященное заслушиванию послания главы Чувашской Республики об основных направлениях государственной политики Чувашской Республики, объявляется открытым. Оглашение послания Государственного Совета Чувашской Республики предоставляется главе Чувашской Республики Михаилу Васильевичу Игнатьеву. Хакла индерсе, иштерсе, хизепле депутатсе. Пирин тептеллев,
Чаваш енри бурнаган кашни жим бурнышне кунзерень лайхладасы. Шинзем хускадаган шивы чейдузене халахран уйраман ишлезе тацабамажук. Власть полномочизем ганамар чималданах халах умнже пызык яваплах. Шинзем пархадарла улжунызем гидеше. Шаги бире меньбурвая хурза яваплаха юстерзе ишлемех истет. Дорогие соотечественники, уважаемые коллеги, уважаемые депутаты Государственного совета Чувашской Республики, благополучие общества, семьи, каждого отдельного человека – наивысшая ценность. Я неоднократно делал акцент на том, что актуальные для граждан проблемы невозможно решать в отрыве от народа только в рамках кабинетной работы. По традиции – и при подготовке этого послания были учтены обращения жителей Чувашии, их мнения и пожелания. Благодарю их за активную жизненную позицию. Одним из главных событий прошедшего года стали выборы, в результате которых сформирован депутатский корпус Чувашской Республики, готовый к конструктивной и ответственной работе. Уважаемые коллеги, власть – это не только полномочия, но и огромная ответственность перед народом. Наша задача – своим честным служением людям оправдать оказанное доверие и работать во благо родной республики и великой, любимой России. Доверие граждан к органам власти всех уровней является свидетельством эффективности проводимой нами работы. Отмечу, что по итогам независимого опроса общественного мнения проведенного во всех регионах России в 2016 году, жители Чувашии высоко оценили свою личную и имущественную безопасность. В минувшем году количество зарегистрированных преступлений уменьшилось на 12%. И что для нас наиболее важно, число преступлений, совершенных несовершеннолетними, сократилось на 10%. Обеспечение достойных условий жизни для всех граждан, хорошего образования для молодежи, профессионального роста для работающего населения, поддержка молодых и многодетных семей были и остаются приоритетами нашей государственной политики. У нас издревле почитают и уважают тружеников, ветеранов, людей, преданных своему делу. 2016 год в нашей республике прошел под знаком Года человека труда. Мы провели множество мероприятий, реализовали инициативы, направленные на повышение престижа рабочих профессий, создание благоприятных условий труда. В республике за прошедший год появилось 2700 высокопроизводительных рабочих мест. Сегодня на рынке труда Чувашии стабильная ситуация. Спрос работодателей на 300% или 3 раза превышает количество официально зарегистрированных безработных. Жители Чувашии знают, что ответственный труд и талант востребован нашей Родиной. Образцом беззаветного служения избранному делу являются трудовые династии. Сегодня в республике их более 1000. Самый большой трудовой стаж имеют династии ветеринаров Лабиновых из Бурнарского района, медицинских работников Васильевых из Козловского района, учителей Хрусталевых из Красноармейского района, работников сельского хозяйства Атмановых из Цивильского района. 2017 год в республике объявлен годом матери и отца. Ватизем калана. Аттянне пури, килюши, тада илеме. В доме, где есть отец и мать, тепло и уютно. Чуваши уважительное отношение к браку и семье всегда ставилось во главу угла. Социальная поддержка семей с детьми, воспитание молодого поколения на основе семейных ценностей дают большой синергетический эффект. У нас крепкие семьи. По данным статистики, Чувашия в Приволжском федеральном округе делит первое место с Республикой Мордовия. По наименьшему количеству разводов, а среди всех субъектов Российской Федерации, наша республика находится на 9-м месте. За последние 3 года количество многодетных семей увеличилось более чем на четверть, до 11,5 тысяч на начало 2017 года. И это говорит о том, что родители не боятся финансовых проблем в связи с рождением детей. Кроме того, сокращается количество абортов.
Как отметила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова, главнее всего погода в доме. Важно, что женщины выбирают жизнь. Выражаю слова искренней благодарности жителям республики за такую гражданскую позицию, за ответственный подход к родительству, будущему России и Чувашии. Значим вклад Чувашского республиканского совета женщин и совета отцов Чувашской республики в достижении этих показателей признателен вам за общественно значимую и ответственную работу. Правительство республики неукоснительно выполняет все взятые на себя обязательства по социальной защите граждан. Приведу только несколько цифр. В прошлом году на социальную поддержку направлено более 7 миллиардов рублей. Различные выплаты получает треть всего населения республики, почти 400 тысяч человек, в том числе 193 тысячи 130 ветеранов. На обеспечение мер социальной поддержки в прошлом году было выделено более 1 миллиарда 600 миллионов рублей. В 2017 на эти цели предусмотрено почти 1 миллиард 700 миллионов рублей с ростом на 2%. Льготами по оплате жилищно-коммунальных услуг воспользовался каждый четвертый житель республики. Различными мерами государственной поддержки охвачено более 97 тысяч детей. Это 38% от их общего числа. Социальная поддержка оказывается гражданам на основе принципов адресности и нуждаемости. Хочу обратить внимание некоторых политических деятелей на то, что нельзя использовать для удовлетворения собственных амбиций наиболее острые нужды граждан. Пора забыть про популизм и переходить к реальным делам, а не предаваться звонкой и бессмысленной болтовне. Верховный суд Российской Федерации признал обоснованным принятый депутатами Государственного совета Чувашской Республики закон об адресном предоставлении ежемесячной денежной выплаты неработающим ветеранам труда. Сегодня 89% ветеранов ежемесячно получают 1100 рублей. 11% работающих пенсионеров будут восстановлены в базе данных при прекращении трудовой деятельности. Обращаясь к правительству республики, депутатам всех уровней и лидерам общественного мнения, необходимо проводить постоянную разъяснительную работу по принимаемым нами решениям. Максимально эффективно использовать все ресурсы для информирования граждан. Тем более, что мы расширяем для этого возможности. Уже в марте этого года национальное телевидение Чувашии начнет вещание через спутник. Программы телеканала станут доступны не только всем жителям республики, но и телезрителям европейской части России. Уважаемые депутаты, в своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин отметил: «Смысл всей нашей политики – это сбережение людей, умножение человеческого капитала как главного богатства России». Я готов подписаться под каждым словом. Не случайно одной из безусловных приоритетных задач правительства Чувашской Республики является постоянное совершенствование качества медицинской помощи. За последние годы нам удалось закрепить положительные демографические тенденции, заложенные в годы реализации приоритетного национального проекта «Здоровье». Отрадно отметить, что начиная с 2006 года рождаемость увеличилась на 1/3, общая смертность снизилась на 11,5%, а показатель ожидаемой продолжительности жизни вырос на 4,5 года. Одним из значимых результатов является рост числа долгожителей. Сегодня 85-летний рубеж перешагнули 17 355 жителей Чувашии. Столетний юбилей отметили 98 человек. В республике создана оптимальная инфраструктура для обеспечения медицинской помощью шаговой доступности, начиная от домов хозяйств и фельдшерско-акушерских пунктов до республиканских и федеральных центров высоких технологий. За последние 10 лет совершен поистине революционный прорыв в обеспечении доступности высокотехнологичной медицинской помощи. Если в 2006 году ее получали не более 1000 пациентов, которые проживали на территории Чувашской Республики, и только в федеральных клиниках других регионов, то в 2017 году объемы высокотехнологичной медицинской помощи возросли практически в 7 раз. Мы прогнозы делаем, все это просчитываем,
И практически цифра составляет до 7 тысяч пациентов в год. При этом 80% объемов высокотехнологичной медицинской помощи оказывается на территории республики. Это настоящая победа нашей медицины. Спасибо нашим замечательным медицинским работникам за эти добрые дела. Мы стремимся обеспечить каждый новый микрорайон медицинской инфраструктурой. В 2016 году в Чебоксарах были открыты поликлиники в микрорайоне Садово и Альгешево. В этом году появятся новые поликлиники в микрорайоне Новый Город. В 2019 году будет введена в эксплуатацию инновационная многопрофильная поликлиника в Центральной городской больнице. Продолжается реализация программы строительства фельдшерско-акушерских пунктов для жителей села. В ближайшие 3 года будет построено еще 75 современных модульных ФАПов. В прошлом году в Чебоксарах был введен в эксплуатацию новый высокотехнологичный объект – хирургический корпус Республиканского клинического онкологического диспансера. Следующим этапом совершенствования онкологической помощи станет создание межрегионального центра ядерной медицины. Задача Минздрава Чувашии – довести все запланированное до логического завершения и создать замкнутый цикл от диагностики до высокотехнологичного лечения и реабилитации пациентов с онкологическими заболеваниями. Люди не должны испытывать психологический страх перед этим диагнозом. Пациенты должны быть уверены, что медицина сильна, а онкология излечима. Охрана здоровья матери и ребенка была, есть и будет одним из важнейших направлений государственной политики. Выстроенная за последние 15 лет система оказания медицинской помощи позволила снизить показатель младенческой смертности в республике на 77%. Сегодня Чувашия, она самая низкая среди 85 субъектов России. В 2017 году будет окончательно сформирована трехуровневая система оказания медицинской помощи в зависимости от рисков для будущих матерей и детей. И это позволит к концу года снизить младенческую смертность еще не менее чем на 2% и увеличить долю женщин, медицинская помощь которым оказывается в перинатальных центрах до 70%. По просьбе многих жителей мы начинаем строить новый корпус детской инфекционной больницы в Чебоксарах. В 2018 году здесь примут первых пациентов наши медики. Кроме того, перед нами стоит задача подключить к скоростному интернету все поликлиники, врачебные амбулатории и офисы врача общей практики, что позволит врачам даже в отдаленных населенных пунктах использовать возможности телемедицины. Уважаемые депутаты, качественное образование – одно из базовых условий прогрессивного развития общества. Статья расходов на образование остается самой крупной в консолидированном бюджете республики и составляет более 15 миллиардов рублей. Несмотря на завершение федеральной государственной программы по строительству детских садов, мы продолжаем строительство дошкольных учреждений в рамках проекта «Детские сады детям». В прошлом году начали строить 4 детских сада в микрорайонах города Чебоксары в Радужном, Садовом, Новом Городе и Альгешево. Их открытие запланировано на первое полугодие. Всего до 2020 года будет построено и реконструировано 11 детских садов на 2000 мест. Тем самым мы создаем, с одной стороны, благоприятные условия для развития детей и даем возможность родителям, с другой стороны, вернуться на свои рабочие места. Призываю правительство республики и муниципалитеты не сбавлять темпов. Задача должна быть выполнена к намеченному сроку, а еще лучше досрочно. Мы последовательно развиваем школьную инфраструктуру. В прошлом году открыли новую школу в деревне Альбус-Юрбеев Комсомольского района, учебный корпус Чебоксарского лицея номер 4 в городе Чебоксары. Завершается строительство инновационной средней школы по улице Гладкова в городе Чебоксары. Всего к 2025 году должны быть построены и реконструированы 33 школы в городах и районах республики. Это около 16,5 тысяч современных, соответствующих самым высоким стандартам качества мест для обучения детей.
Инвестиции в интеллектуальный потенциал, человеческий капитал с лихвой себя оправдывают. По итогам участия во Всероссийской олимпиаде школьников в прошлом учебном году республика находится в первой десятке российских регионов. Школы республики ежегодно входят в число лучших общеобразовательных организаций страны. В 2016 году в топ-500 лучших вошли 9 школ из Чувашии, топ-200 лучших сельских школ России – 8 учебных заведений. В рейтинг топ-200 общеобразовательных организаций, обеспечивающих высокие возможности развития способностей учащихся, попали 3 школы Чебоксары. Давайте мы их поздравим, и родителей, и учителей. Спасибо. Мы целенаправленно формируем мотивационную среду для успешных педагогических комплексов и лучших педагогов. Указом главы Чувашии учреждено денежное поощрение в размере 1 миллиона рублей школам республики, вошедшим во всероссийские рейтинги лучших общеобразовательных организаций. 48 педагогов, подготовивших 42 победителя олимпиад, получили по 250 тысяч рублей, а педагоги, подготовившие призеров олимпиад, по 150 тысяч рублей. Я благодарю учителей за профессионализм, творческий подход и активную жизненную позицию, за их нелегкий, но такой важный и серьезный труд. Все мы знаем, истинное образование – это становление не только ума, но и сердца. Традиционно школа в нашей стране больше, чем школа. Она была и остается центром культурного, духовного воспитания детей и молодежи. Уверен, что в год матери и отца особое внимание в образовательных организациях республики будет уделено духовным и нравственным отношениям в семье. Поручая Минобразование Чувашии совместно с экспертами с использованием лучших практик разработать программу по основам семейной этики для ведения во всех школах республики. Экономике нужны высококвалифицированные кадры для внедрения передовых технологий. Мы работаем в этом направлении не первый год, об этом вы знаете. В Чувашии реализуется поистине амбициозный проект по созданию современной уникальной системы непрерывного инженерно-технического образования детей и молодежи. Ее основными элементами являются инженерные классы в школах, технические кружки в учреждениях дополнительного образования с центром в детском технопарке «Кванториум». Межрегиональный центр компетенции в Чебоксарском электромеханическом колледже, инжиниринговый центр в Чувашском государственном университете. В прошлом году на создание условий для подготовки умных, целеустремленных детей, которым в будущем предстоит развивать экономику региона и страны, направлены колоссальные средства около 500 000 000 рублей. В 2017 году на эти цели предусмотрено более 300 миллионов рублей. Таких средств ранее мы никогда не направляли. Нам нужно сделать все, чтобы выпускники вузов и техникумов, получившие востребованные специальности, возвращались в свои родные места. Одним из инструментов выполнения этой задачи может стать целевое обучение с гарантированным предоставлением рабочего места. Поручаю Минобразование совместно с Минюстом Чувашии рассмотреть возможные механизмы реализации этого направления. Уважаемые коллеги, какую бы профессию ни выбрали наши дети, очень важно, чтобы они стали достойными гражданами нашей страны, честно трудились во благо Родины. Мы оказываем поддержку студенческим, волонтерским и подростковым трудовым отрядам. В республике действует 16 поисковых отрядов и объединений, которые участвуют в поисковых экспедициях по местам сражений времен Великой Отечественной войны. Для дальнейшего активного вовлечения детей и молодежи в благородное дело, работу по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества учреждены также гранты главы республики. Любовь к Родине сплачивает и объединяет нас, делает нашу великую страну непобедимой, позволяет нам с честью противостоять любым внешним вызовам.
Министерству образования совместно с органами местного самоуправления и общественными организациями необходимо разработать и реализовать проекты для вовлечения как можно большего числа детей, подростков и молодых людей в общественно полезные дела, которые помогут им осознать свою ответственность и долг перед Родиной. Уважаемые депутаты, коллеги, Республика заняла 3-е место по уровню открытости бюджетных данных среди регионов Приволжского федерального округа. У нас создан специальный портал управления общественными финансами, на котором каждый налогоплательщик в онлайн-режиме может следить за исполнением как республиканского, так и местных бюджетов. Нам удалось выправить ситуацию с поступлением собственных доходов в республиканский бюджет. В прошлом году их рост составил 13%. По темпу роста доходов на 1 декабря прошлого года Чувашия занимала 4-е место среди субъектов ПФО. Значимую роль повышения собственных доходов сыграл рост поступления налога на прибыль организаций. Это своеобразная лакмусовая бумага, показатели эффективности проводимой политики импортозамещения, роста конкурентоспособности услуг и товаров, производимых в республике. Взвешенная бюджетная политика позволила выйти на новый уровень в управлении государственным долгом. Нам удалось 2,4 раза в сравнении с 2009 годом или более чем на 256 миллионов рублей сократить расходы на обслуживание государственного долга. Это несмотря на непростую ситуацию в финансовой сфере и, в частности, резкое удорожание коммерческих кредитов. У нас появились возможности для маневрирования ресурсами и решения стратегических задач, в том числе для финансирования долгосрочных инвестиционных проектов. В конце прошлого года я подписал указ о дополнительных мерах поддержки реального сектора экономики, в рамках которого создан Фонд развития промышленности и инвестиционной деятельности в Чувашской Республике. Почти 1,5 миллиарда рублей правительство республики готово в текущем году направить на прорывные проекты в реальном секторе экономики. Если возникнет необходимость, мы совместно с Государственным советом Чувашской Республики готовы эту сумму увеличить. Хочу обратиться к бизнес-сообществу. Уважаемые коллеги, бизнесмены, мы ждем от вас амбициозных проектов, перспективных решений, инновационных разработок. Мы убеждены в том, что только так сможем выстроить новую развитую экономику, увеличить доходы населения и сделать сильной Чувашию. На протяжении всего прошлого года по росту промышленного производства республика находилась на лидирующих местах среди регионов ПФО. Индекс промышленного производства в прошлом году составил 107,6%, и это несмотря на то, что крупнейшие машиностроительные предприятия концерна «Тракторные заводы» находились в вынужденном простое. Об этом вы тоже знаете. Отмечу, что наши многочисленные обращения в адрес собственников предприятий, в адрес правительства России нашли отклик. Радует тот факт, что в конце прошлого года концерн «Тракторные заводы» погасил задолженность по заработной плате перед своими работниками. Сейчас предприятия концерна формируют заявки на новые рабочие места и на новые заказы. Росту индекса промышленного производства способствовала реализация инвестиционных проектов, направленных на выпуск новых видов продукции, открытие новых производственных площадок. По оценке, в прошлом году число высокопроизводительных рабочих мест в республике составило 118 тысяч единиц, что на 10,4% больше, чем было в 2015 году. Сегодня более 60% промышленных предприятий превысили среднереспубликанский уровень заработной платы 22 500 рублей. Искренне благодарен работодателям, которые создают такую хорошую мотивацию для своих трудовых коллективов. Высокие темпы развития промышленности обеспечиваются благодаря научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам. В целях освоения производства новых видов продукции организации республики принимают активное участие в федеральных программах по финансированию НИОКР. В прошлом году такими промышленными предприятиями республики, как ВНИР «Прогресс», ЧИАС, «Электроавтомат», конструкторское бюро «Электроаппаратуры», «Энергомодуль»,
привлечено 2 миллиарда 800 миллионов рублей из федерального бюджета на выполнение в течение 3 лет научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Это очень важно для всех нас. Растут объемы производства предприятий, работающих с крупными госкорпорациями, Министерством обороны Российской Федерации по заказам оборонно-промышленного комплекса. Ширится география экспортных поставок. В качестве примера можно привести кондитерскую фабрику «Аконт» и компанию «Чувашторгтехника», которые сегодня осваивают рынки Китая, Объединенных Арабских Эмиратов и Соединенных Штатов Америки. Обращаю внимание руководителей предприятий, выполняющих государственный оборонный заказ, на соответствующее поручение президента Российской Федерации по доведению доли высокотехнологичной продукции гражданского назначения в общем объеме продукции, выпускаемой организациями оборонно-промышленного комплекса, до уровня не менее 50%. Это в среднесрочной и долгосрочной перспективе. В прошлом году на 2% увеличился объем внешнеторгового оборота. В структуре этого оборота традиционно преобладает продукция химической, пищевой, машиностроительной промышленности, а также электротехнической отрасли. Чувашским таможенным постом федеральный бюджет перечислено 1 миллиард 862 миллиона рублей. Это на 15,5% больше, чем было в 2015. Чувашия закрепилась в десятке лидеров рейтинга инвестиционной привлекательности регионов Российской Федерации, поднявшись в нем по итогам 2016 года с 9 на 6 место. Благоприятный деловой климат привлекает инвесторов. Свои сервисные центры в Чебоксарах открыли такие крупнейшие банки, как ВТБ-24, Газпромбанк. Это позволило создать более 2000 рабочих мест. При этом половина этих мест были предоставлены недавним выпускникам учебных заведений, а также молодым людям, вернувшимся в родные края из крупных городов страны. Все больше иностранных партнеров проявляет интерес в Чувашии. Одним из последних примеров – подписание соглашения с мировой компанией «Siemens», которая уже в мае этого года на базе нашего предприятия открытого акционерного общества «ВНИР» откроет производство электротехнических компонентов для московского метрополитена и перспективе для поставки продукции строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Казань. Уважаемые коллеги, нам необходимо расширять горизонты сотрудничества с российскими и зарубежными партнерами. В декабре прошлого года на форуме «Российско-японский бизнес-диалог» мной проведен ряд деловых переговоров с представителями бизнес-сообщества Японии. Ставлю задачу перед членами Кабинета министров и руководителями органов местного самоуправления довести до стадии реализации достигнутые предварительные договоренности. Мы должны поступательно двигаться вперед, развивать высокотехнологичные производства, создавать рабочие места, которые будут интересны нашей молодежи. Результаты ежегодного национального рейтинга состояния инвестиционного климата помогли нам выявить и проблемные места в работе. Самые актуальные задачи – это сокращение сроков и количества согласительных процедур в строительстве, в энергетической инфраструктуре, при регистрации права собственности юридических лиц, расширение перечня услуг, предоставляемых в электронном виде, снижение административного давления со стороны контрольно-надзорных органов, поддержка малого и среднего бизнеса. Ставлю задачу к 2021 году уменьшить количество проверок в 2 раза, одновременно повысив качество контроля на основе применения риск-ориентированного подхода. Следует активно внедрять в работу информационные системы, позволяющие проводить контрольно-надзорные мероприятия без непосредственного контакта инспектора и поднадзорного субъекта. Совершенно очевидно, что одной из основных движущих сил технологического обновления производственного сектора в ближайшие годы станет масштабное внедрение цифровых и информационно-коммуникационных технологий промышленности. Ставлю задачу перед Минэкономразвития и Мининформполитики Чувашии создать в 2017 году региональный проектный офис национальной технологической инициативы, который реально обеспечит организационно-техническую
и информационную поддержку проектов на республиканском уровне. Кроме того, Мининформполитике предстоит начать работу по созданию IT-кластера Чувашской Республики. Взаимодействие и кооперация организаций и предприятий, научно-образовательного сектора и органов власти будет способствовать повышению конкурентоспособности и выходу отрасли информационных технологий Республики на международный уровень. Локомотивами развития IT-отрасли Чувашии являются K-Systems, IT-консалтинг, Мега Пьютер Тек. Их продукты и услуги востребованы не только в Республике, но и за ее пределами. Остановлюсь на малом и среднем бизнесе. На начало 2017 года в Чувашской Республике зарегистрировано более 51 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства. Год назад их было меньше 50 тысяч. Такая положительная динамика радует. Люди работают, кормят себя и свои семьи, обеспечивают работой наемных сотрудников. Наша задача – создать комфортные условия для их деятельности. В республике предпринимателям оказываются всевозможные... Спасибо. В республике предпринимателям оказываются всевозможные меры поддержки финансового и нефинансового характера. Во многом благодаря этому налоговые поступления от субъектов малого и среднего предпринимательства увеличиваются ежегодно в среднем на 10%. Это хорошая позитивная динамика. В прошлом году налоговые поступления от малого бизнеса оцениваются 3,3 миллиарда рублей, а оборот продукции 282 миллиарда рублей. И это свидетельство о том, что мы находимся на правильном пути. Стратегическими направлениями работы правительства Чувашии остаются развитие монопрофильных муниципальных образований, формирование новых точек роста и развитие иных видов деятельности в моногородах республики. В прошлом году с Фондом развития моногородов подписано соглашение о софинансировании строительства и реконструкции объектов инфраструктуры в моногороде Канаш. До 2021 года здесь будут реализованы инвестиционные современные проекты общей стоимостью 8 миллиардов 400 миллионов рублей, созданием более 1500 высокотехнологичных рабочих мест. Кабинету министров необходимо усилить работу по привлечению федеральных ассигнований на реализацию приоритетных проектов и программ на территории республики, прежде всего в моногородах. Правительством республики продолжена системная работа по сдерживанию роста цен и развитию конкуренции. Инфляция в республике составила 4,1% и сложилась ниже среднероссийского показателя на 1,3%. Общий объем государственных и муниципальных закупок по итогам 2016 года составил 18 миллиардов рублей. С целью повышения эффективности бюджетных расходов мы добиваемся формирования реальной стоимости контрактов, а также ее снижения процесса торгов, открытости и прозрачности закупочных процессов. По итогам прошлого года бюджетная эффективность закупок составила не менее 1,1 миллиарда рублей бюджетных средств, которые также направлены на обеспечение потребностей жителей. Правительство республики должно строго контролировать целевое расходование бюджетных средств, а бизнес я призываю к своевременному и качественному выполнению взятых на себя контрактных обязательств. В республике реализуется масштабный комплекс антикоррупционных мер. Внедрены механизмы, которые помогают выявлять и пресекать коррупционные схемы. Пристальное внимание уделяется совершенствованию антикоррупционного законодательства. Проверкам подвергаются практически все должностные лица, невзирая на чины. Основанием для их привлечения к ответственности являются материалы внутренних проверок. За два года в республике внутренние антикоррупционные проверки проведены в отношении 650 гражданских и муниципальных случаев, по результатам которых дисциплинарной ответственности привлечены 299 человек. Материалы 142 контрольных мероприятий, проведенных уполномоченными органами исполнительной власти, направлены в прокуратуру для правовой оценки и правоохранительные органы республики. Уважаемые коллеги, работа по искоренению коррупции должна быть усилена, неотвратимость наказания
неизбежная ответственность за коррупционные нарушения и преступления стали правилом. Каждый, вне зависимости от занимаемой должности, должен осознать это. Уважаемые соотечественники, санкционный режим создал новые возможности для успешного развития сельского хозяйства. Благодаря неустанному труду аграриев индекс производства в сельском хозяйстве по предварительным данным в прошлом году составил почти 103%. Для сохранения положительной динамики важной государственной задачей считаю рачительное отношение к земле, ввод в оборот всех неиспользуемых сельхозземель. Правительством республики для этого уже многое сделано и есть конкретные результаты. Опыт Чувашии по проведению кадастрового учета земельных участков признан одним из успешных в России. Республика входит в число 5 лучших регионов страны. С 2011 года доля регистрации земельных долей выросла с 2 до 87%. В 2016 году при запланированном вводе 22,5 тысячи гектаров таких земель муниципалитетами введено в оборот более 27 тысяч гектаров. План перевыполнен где-то на 20%, но это еще недостаточная работа. Чувашия стала лидером в Приволжском федеральном округе по регистрации невостребованных земельных долей, хотя проблемы здесь тоже очевидны. Ставлю задачу перед органами местного самоуправления ввести в оборот все необрабатываемые земли сельскохозяйственного назначения, завершить до 1 июля 2017 года регистрацию муниципальной собственности невостребованных земельных долей и найти через публичные процедуры эффективного землепользователя или собственника. Дополнительные доходы поступили в местные бюджеты благодаря проведению народной инвентаризации земель. Это тоже очень такой эффективный инструмент. В результате был выявлен 2271 неиспользуемый земельный участок площадью 832 гектара. Вовлечение в оборот неиспользуемых земель позволило увеличить доходы местных бюджетов на 164 миллиона рублей. Данный инструмент позволит навести порядок в земельных и имущественных отношениях. Положительный опыт проведения инвентаризации земель считаю необходимо применять также при выявлении заброшенных, неиспользуемых, а также аварийных объектов недвижимого имущества. Министру Чувашии совместно с органами местного самоуправления поручаю продолжить акцию народной инвентаризации в целях выявления неиспользуемого имущества. Каждый объект должен иметь своего хозяина или арендатора, которые обязаны поддерживать его в надлежащем состоянии. Призываю жителей республики принять участие в данной акции. В прошлом году на территории ряда районов впервые было зафиксировано опасное заболевание африканской чумы свиней. Об этом вы знаете. На ликвидацию ее последствий из резервного фонда Кабинета министров Чувашской Республики было выделено более чем 26 миллионов рублей. Это тоже огромные средства. Слаженная работа органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, правоохранительных органов, понимание со стороны сельского населения и организации агропромышленного комплекса позволили вовремя локализовать очаги заражения и не допустить дальнейшего распространения заболевания на территории республики. Органы власти всех уровней должны обеспечить безопасность территории и не допустить повторения ситуации. Перед нами стоят и другие важные задачи. Необходимо расширять площади под перспективными сельхозкультурами, приносящими наиболее высокий доход с одного гектара, такими как сахарная свекла, кукуруза, рапс, соя, подсолнечник, картофель, овощи открытого и закрытого грунта. Нужно создать базовый центр оригинального семеноводства картофеля, который позволит снизить зависимость от импорта и обеспечить собственным посадочным материалом как сельскохозяйственных товаропроизводителей республики, так и домашние хозяйства. Мы должны сделать все возможное для возрождения хмелеводства. Для этого есть объективные предпосылки. Федеральное министерство сельского хозяйства в этих вопросах оказывает нам содействие. Сегодня потребность хмеля только пивоваренных предприятий России обеспечивается менее чем на 2%. Все остальное – это импортное. Поручаю Минсельхозу Чувашии совместно с Минэкономразвития Чувашии, органами местного самоуправления разработать программу развития хмелеводства –
предусматривающую государственную поддержку научно-технической модернизации хмелепроизводящих хозяйств. Всего же в аграрном секторе и пищевой промышленности до 2020 года планируется реализовать не менее 120 инвестиционных проектов с привлечением более чем 5,5 миллиарда рублей инвестиций и созданием около 700 новых рабочих мест для наших молодых людей. Чтобы привлечь молодых специалистов на работу в сельскую местность, необходимо в первую очередь обеспечить достойную заработную плату. Работа в этом направлении ведется. За последние 5 лет уровень зарплаты в сельском хозяйстве увеличился с 56% до 75% от средней по экономике. Динамика существенная, но недостаточная. На предприятиях с высокой эффективностью производства уже выплачивается хорошая заработная плата. Я хочу просто несколько хозяйств здесь привести. Так, на Цивильском Беконе средняя заработная плата составляет 27 400 рублей. В агрофирме «Альдеевская» – 26 800. В агрофирме «Слава картофелю» – 23 700 рублей. Это практически лучшие примеры. Поэтому обращаю внимание всех работодателей в сельском хозяйстве, надо подтягиваться к этим показателям. Уровень зарплаты работников сельского хозяйства должен быть не ниже среднереспубликанского уровня с учетом благоприятной ситуации с ценами на сельхозпродукцию. Они сегодня на потребительском рынке справедливы. Для повышения интереса молодежи к аграрной отрасли в районах республики следует продолжить открытие агроклассов, где школьники на примере передовых сельскохозяйственных организаций смогут ознакомиться с условиями работы аграриев, попробовать свои силы в разных аграрных профессиях. Поручаю Кабмин совместно с органами местного самоуправления проработать вопрос о создании агроклассов в каждом муниципальном районе, при этом активно привлекать в данный процесс заинтересованные организации агропромышленного комплекса. Кроме того, в каждом муниципальном районе необходимо создать не менее одного сельскохозяйственного перерабатывающего или снабженско-сбытового потребительского кооператива. Прошу провести качественную работу здесь. Нам не нужны неработающие кооперативы, существующие только на бумаге. Наша конечная цель – производить экологически чистые продукты питания под брендом «Сделано в России», «Сделано в Чувашии», которые будут пользоваться спросом как в России, так и за рубежом. Наша задача – продавать выращенную сельскохозяйственную продукцию или продукты переработки на экспорт за пределы Российской Федерации. Для этого все возможности есть. Хочу обрадовать аграриев. Начиная с этого года, 54 направления государственной поддержки объединены всем. Упрощение механизма оказания государственной поддержки позволит оперативно доводить бюджетные ассигнования до их получателей в полном объеме и повысит эффективность предоставления субсидий. Правительством Российской Федерации поддержаны наши предложения по упрощению доступа сельскохозяйственных товаропроизводителей к кредитным средствам. Новый механизм льготного кредитования предусматривает процентную ставку для сельхозтоваропроизводителей не более 5% годовых в зависимости от репутации заемщика, что 2-3 раза ниже действующей ставки по коммерческим кредитам. Банками уже начато кредитование по данным ставкам. Обращаюсь к сельхозтоваропроизводителям. Как говорят в народе, куй железо, пока горячо, с учетом сезонности сельхозработ, нельзя откладывать решение о получении кредитов на потом. Нужно воспользоваться инструментами льготного кредитования сегодня и сейчас. Минувший год был непростым для строительной отрасли Чувашии, и мы это честно признаем. В республике произошел спад темпов строительства жилья на 24%. Одной из причин которого стало снижение объемов индивидуального жилищного строительства на 32%. Между тем, у нас есть достаточные резервы роста. Правительство республики создает оптимальные условия для развития жилищного строительства. В республике сформированы земельные участки для инвестиционного и жилищного строительства общей площадью 3222 гектара, в том числе 2000 гектаров для комплексной застройки с планируемым строительством жилищного фонда около 7 миллионов квадратных метров. Строительные организации обеспечены свободными земельными участками на 10 лет.
Это результат нашей планомерной системной работы и хороший задел для строительной отрасли. Благодаря работе по устранению административных барьеров удалось сократить максимальные сроки прохождения процедур получения разрешения на строительство на 33 дня, проведение государственной экспертизы проектной документации с 25 до 21 дня. Чтобы не допустить появления проблемных объектов, ведется постоянный мониторинг хода долевого строительства многоквартирных жилых домов. Уважаемые строители, все, чем богата природа республики, песок, гипс, трепел, лес и другие природные ресурсы, используются для производства качественных, экологически чистых строительных материалов. Если в 2010 году уровень обеспеченности строительными материалами собственного производства Чувашии составлял 49%, то в настоящее время составляет свыше 70%. Мощности индустриального домостроения республики составляют более 1 миллиона квадратных метров жилья в год. Все, что нужно строителям, есть у нас в республике. Я призываю руководителей организаций, возводящих жилье в республике, и предприятий по производству строительных материалов не искать партнеров на стороне, а наладить между собой деловые отношения, партнерские отношения, сплотиться и работать в одной связке. Этот тандем позволит нам строить качественное и доступное жилье для жителей Чувашии и лучше развивать реальный сектор экономики. Мы понимаем, что многим нашим гражданам необходима поддержка государства для решения жилищного вопроса. В прошлом году господдержку получили 5672 семьи на сумму 3 миллиарда рублей. Республика успешно справилась с задачей, поставленной президентом России, и с 2010 года обеспечила жильем 5878 ветеранов Великой Отечественной войны, нуждающихся в улучшении жилищных условий. На эти цели было выделено 5 миллиардов 600 миллионов рублей. Данная программа будет завершена в текущем году. В 2017 году требует повышенного внимания выполнение программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, не аварийный жилищный фонд. В настоящее время расселено 9570 граждан или 74% от запланированного программы. Впереди самый сложный четвертый этап. Акцентирую внимание Минстроя Чувашии и органов местного самоуправления, к 1 сентября 2017 года программа должна быть выполнена в полном объеме. Никакие оправдательные отговорки приниматься в расчет не будут. Хочу уделить особое внимание нашему давнему и плодотворному сотрудничеству с «Газпромом». Чувашия входит в число регионов Российской Федерации, газификация которых осуществляется на средства данной компании. В рамках инвестиционной программы по развитию газоснабжения и газификации республики завершены работы по строительству объектов систем газораспределения городов Чебоксары, Новочебоксарска и Чебоксарского района. Проекты вложены 1 миллиард 200 миллионов рублей безвозмездных инвестиций «Газпрома». Продолжается масштабная совместная работа по газификации заволжской территории города Чебоксары. Стоимость проекта почти 670 миллионов рублей. В результате будет решена историческая проблема газификации Заволжья. Откроются прекрасные возможности для развития данной привлекательной территории. Уважаемые коллеги, развитие дорожной инфраструктуры является одной из наших приоритетных задач, поскольку напрямую влияет на экономическое развитие Чувашии и социальное самочувствие граждан. Мы работаем над улучшением транспортного сообщения с другими регионами. С удовлетворением отмечаю, что жителям и гостям Чувашии стали доступнее авиаперелеты. Аэропортом города Чебоксары и авиаперевозчиками в прошлом году обслужено в два раза больше пассажиров, чем это было в 2015 году. В текущем году продолжится работа по привлечению авиакомпаний к осуществлению полетов в Симферополь, Уфу, Самару и Санкт-Петербург и другие города России. Ставлю задачу перед Кабинетом министров республики наладить эффективную работу с инвесторами, арендаторами аэропорта города Чебоксары и увеличить пассажиропоток до 200 тысяч человек в текущем году. Считаю, что это вполне реально
И мы тем самым улучшим и деловой климат, и доверие практически бизнесменов, тех жителей Чувашии и тех гостей к нам улучшится. Расширение географии полетов и столицы республики, реконструкция аэровокзального комплекса аэропорта города Чебоксары, строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали станут дополнительным стимулом для улучшения делового климата и привлечения дополнительных состоятельных предпринимателей. В прошлом году на выполнение дорожных работ на региональной, межмуниципальной и местной сети автомобильных дорог направлен беспрецедентный объем средств 3 миллиарда 645 миллионов рублей. В этом году объем дорожного фонда Чувашской Республики составит не менее 5 миллиардов рублей. В том числе федеральные средства почти 1,5 миллиарда рублей. Таких объемов инвестиций ранее не направлялись в течение одного года на выполнение дорожных работ и благоустройство и дворовых территорий, и подъездных путей. В 2011 году впервые с федерального бюджета столицам субъектов Российской Федерации были направлены субсидии на ремонт дворовых территорий, многоквартирных домов. Тогда Чебоксары было выделено, мы помним, 230 миллионов рублей. В последующем благоустройство дворовых территорий продолжалось на территории республики на средства дорожного фонда и бюджета. За эти годы на эти цели нами направлено 463 миллиона рублей, что позволило отремонтировать 1069 дворовых территорий и 542 проезда к ним. В текущем году работа по благоустройству дворовых территорий, мест отдыха для жителей Чувашии будет продолжена. На эти цели предусмотрено 340 миллионов рублей. К сожалению, вынужден констатировать, динамика развития отрасли дорожного хозяйства в республике оставляет желать лучшего. Не хватает конкурентной среды. Раньше ведомства и муниципалитеты жаловались на нехватку денег. Это правда. Сегодня деньги есть, но их своевременно не могут освоить. Это, конечно, недопустимая ситуация. В этом году начнется реализация программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Чебоксарской агломерации в рамках приоритетного направления стратегического развития Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги». За время ее реализации будет отремонтировано 506 километров автомобильных дорог. Это позволит на 85% уменьшить количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий. Будет проложена работа по строительству и реконструкции автомобильных дорог в сельской местности. На эти цели в 2017 году будет направлено более 700 миллионов рублей. Тем самым я хочу отметить, все те обещания, которые мы давали своим жителям, избирателям, мы сполна будем выполнять. Спасибо. Ко дню республики для жителей города Чебоксары и его гостей откроется рабочее движение по новому Московскому мосту и начнется второй этап реконструкции существующего мостового перехода с завершением в 2018 году с привлечением федеральных инвестиций. Серьезной проблемой являются ямы на дорогах, многотонные фуры, которые разрушают наши дороги. Вялотекущий постоянный ямочный ремонт стал уже притчей во языцах. В народе говорят, часто мы боремся с плесенью вместо того, чтобы бороться с сыростью. Задача Минтранса Чувашии, совместного органа местного самоуправления, бизнес-сообществом создать в 2017 году комплекс автоматизированной системы высокогабаритного контроля транспортных средств для осуществления учета и контроля, принятия решений на основе принципов открытости и прозрачности. Уважаемые коллеги, уважаемые депутаты, мы не должны забывать, что от состояния дорог зависит жизнь и здоровье людей. По данным Министерства внутренних дел по Чувашской Республике, в прошлом году произошло 1429 дорожно-транспортных происшествий. Из них 487 в связи с наличием недостатков транспортно-эксплуатационного состояния дорожной сети. Из 171 погибшего ДТП, 67 человек погибли из-за плохого состояния дорог. Многое зависит, конечно, и от культуры поведения на дорогах водителей и пешеходов, но нас это не успокаивает, у нас другого варианта просто нет, мы обязаны заниматься с этими вопросами. Напомню,
В 1935 году республика получила орден Ленина за успехи в дорожном строительстве. Наши отцы и матери, бабушки и дедушки за несколько лет, не имея в своем распоряжении практически никаких технических средств, создали целую дорожную сеть. И в течение многих лет республика считалась регионом с хорошими дорогами. Дело чести – вернуть себе прежние позиции. Обращаю внимание Министерства транспорта и дорожного хозяйства. Нельзя допускать неэффективного расходования бюджетных средств. Необходимо широко внедрять строительство и ремонт дорог, инновационные технологии, использовать современные инертные материалы. Уважаемые депутаты, коллеги, 2017 год объявлен президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным годом экологии. Правительство Чувашии уделяет самое пристальное внимание повышению экологической безопасности, увеличению количества зеленых зон. Наша задача – сделать республику лучшим местом для жизни. Большим шагом в этом направлении стала реализация важнейших с экологической точки зрения инвестиционных проектов. Благодаря строительству самого современного в России полигона твердых коммунальных отходов, реконструкции биологических очистных сооружений в Новочебоксарске, созданию комплекса сооружений по обработке осадков на водоочистной станции «Заовражная» в Чебоксарах, риск нанесения ущерба окружающей среде сведен к минимуму. Республика по праву стала одним из лидеров экологического рейтинга страны. Мы не сетуем на тяжелое наследство, а планомерно, шаг за шагом, решаем существующие проблемы ради будущего наших детей. Правительством России... Спасибо. На самом деле, я могу ответственно сказать, эти проекты востребованы и другими регионами Российской Федерации. Правительством России утвержден план основных мероприятий по проведению года экологии, в который включены три мероприятия, осуществляемые в Чувашской Республике. Это рекультивация свалки твердых бытовых отходов в городе Чебоксары, строительство второго этапа третьей очереди биологических очистных сооружений в Новочебоксарске, двух мусороперегрузочных станций в городе Канаше и Шимурнинском районе. В дальнейшем планируется строительство мусороперегрузочных межмуниципальных станций и в других территориях. И эти объекты значимы для всех жителей республики. Наши инициативы на сегодняшний день поддержаны на федеральном уровне. Рекультивация Пихтулинской свалки включена в федеральный проект «Чистая страна». Почти 380 миллионов рублей предусмотрено республике в федеральном бюджете, это предписано в законе, на 2017-2018 годы на рекультивацию санкционированной свалки твердых бытовых отходов города Чебоксары. И это позволит возвратить хозяйственный оборот более 30 гектаров земель, ликвидировать горячую экологическую точку. Важными для обеспечения экологической безопасности республики являются сохранение ценных природных объектов и развитие сети особо охраняемых природных территорий. Ставлю задачу в 2017 году создать еще 4 особо охраняемые природные территории регионального значения в Заволжье города Чебоксары, Аликовском, Порецком, Шумерлинском и Яльском районах. Дорогие друзья, нам немало предстоит сделать для сохранения природы родного края. Чистота наших помыслов, нравственная экология должны стать залогом создания благоприятной окружающей среды для нынешнего и будущих поколений. Экологически чистой Чувашии. Уважаемые депутаты, несколько слов о спорте. Спорт и здоровый образ жизни остаются основой благополучия нашего общества, а значит, приоритетом государственной политики. Это моя принципиальная позиция. Республика входит в первую пятерку регионов России по вовлечению населения в систематические занятия физической культурой и спортом. По направлению физическая культура и массовый спорт республика заняла первое место среди 85 субъектов Российской Федерации. Жители Чувашии готовы и любят заниматься спортом. И это стремление необходимо поддерживать дальше и воспитывать его подрастающим поколением. Хочу подчеркнуть, что на развитие физической культуры...
Хочу подчеркнуть, что на развитие физической культуры и спорта, без учета инвестиций в спортивную инфраструктуру, ежегодно нами выделяется более 700 миллионов рублей, благодаря чему в республике свыше 34 тысяч детей и подростков активно занимаются в спортивных школах. Что это нам дает? Среди молодежи меньше курящих стало, потребителей наркотиков и других таких хороших результатов. Громкие победы наших спортсменов. Спасибо. Громкие победы наших спортсменов вдохновляют мальчишек и девчонок, которые делают свои первые шаги в спорте. Татьяна Акимова вошла в десятку сильнейших биатлонистов мира. Одно из последних ее достижений – это победа на этапе Кубка мира по биатлону. Ваши аплодисменты говорят о чем? Вы, значит, следите за всем этим делом. Низкий вам поклон. Более 100 представителей республики в прошлом году выступили на международных соревнованиях и принесли в копилку сборной России около 80 медалей разного достоинства. Каждая из этих медалей завоевана мужеством, талантом и упорством спортсменов, мастерством их тренеров. 156 спортсменов республики сегодня включены в списки кандидатов в сборные команды Российской Федерации по 23 видам спорта. Это здорово, они будут защищать честь нашей Российской Федерации на разных чемпионатах и первенствах. Необходимо продолжить модернизацию системы подготовки спортивного резерва, которая должна обеспечить подготовку спортсменов высокого класса, способных побеждать на крупнейших международных спортивных соревнованиях. В этом году начнется третий этап повсеместного внедрения комплекса «Готов к труду и обороне». Руководителям органов местного самоуправления необходимо обеспечить эффективное использование физкультурно-спортивных комплексов, которые сегодня являются центрами тестирования нормативов ГТО. Мы рассчитываем, что внедрение комплекса ГТО позволит мотивировать еще больше жителей республики к систематическим занятиям физической культуры и спорта, а следовательно, укрепить здоровье населения. Продолжается программа строительства и реконструкции объектов спортивной инфраструктуры. В прошлом году введен в эксплуатацию региональный центр олимпийской подготовки по велоспорту маунтинбайку. Построено два новых спортивных комплекса для ведущих спортивных школ по боксу, настольному теннису и стрельбе из лука. В этом году откроем региональный центр олимпийской подготовки по биатлону. Продолжим реконструкцию двух крупнейших спортивных объектов, стадионов «Олимпийский» и «Спартак», где будут тренироваться футбольные команды, участники чемпионата мира по футболу 2018. Благодарю. К сведению хочу сказать, ежегодно мы проводим около 350 официальных соревнований, порядка полусотни из них всероссийского масштаба и не менее одного международного уровня. В текущем году республика станет ареной для крупнейших спортивных соревнований различного уровня. Чемпионатов страны по тяжелой атлетике, спортивной ходьбе, настольному теннису, розыгрыши Кубков России по парашютно-атлетическому многоборью, автомобильному спорту, международного открытого турнира по женской борьбе. Более 1000 участников из всех уголков страны прибудут на спартакиаду трудящихся России. Проведение в Чувашии крупных всероссийских и международных соревнований создает благоприятные условия для развития спортивно-событийного туризма. Жителям и гостям республики мы предлагаем стать свидетелями крупнейших событий в мире спорта, увидеть, как рождаются чемпионы. Для нас важно создать комфортные условия на спортивных объектах, повысить уровень оказания услуг гостиничными хозяйствами и предприятиями общественного питания. Чувашия остается центром спортивной жизни страны и, что не менее важно, воспитывает новых чемпионов самого высокого уровня. Да здравствуют спортсмены Чувашии и любители спорта! Уважаемые друзья, культура Чувашии представляет собой гармоничный сплав самобытных традиций и исторического наследия представителей 128 национальностей, которые в мире и согласии издревле живут на чувашской земле. Отрадно, что несмотря на процессы глобализации,
нам удалось сохранить традиционный уклад жизни, богатое культурное наследие предков. Сегодня мы, следуя заветам наших отцов и матерей, обязаны привить молодому поколению уважение к истокам. Взрастить созидателей, а не потребителей. Большая работа в этом направлении проводится совместно с Чувашской митрополией и другими конфессиями. Чувашии 95% населения православные. Правительство республики и другие органы власти оказывают всестороннее содействие Чувашской митрополии в строительстве и восстановлении храмов, открытии воскресных школ. По инициативе Русской православной церкви к столетию Октябрьской революции по всем епархиям, по всем городам провезут ковчег с мощами святых новомучеников, погибших за веру после революции в России. Чувашия поддержит эту инициативу. В начинаниях по созданию условий для верующих мы поддерживаем и представителей всех традиционных религиозных конфессий нашей республики. Мы за стабильность, мир и согласие в обществе. В прошлом году важным событием в этнокультурной жизни республики стало проведение съезда народов Чувашской республики и создание ассамблеи представителей народов, проживающих на территории республики. Последовательным продолжением этой работы станет открытие ко Дню народного единства, знаете, 4 ноября мы празднуем, Дома дружбы народов. Они будут работать и жить под одной крышей. В прошлом году, впервые за много лет, мы возобновили строительство сельских домов культуры. В Цивильском и Яльском районах новые клубы уже приняли первых посетителей. В текущем году планируется построить и ввести в эксплуатацию еще 4 и отремонтировать 31 дом культуры. 25 клубов оснастить современным оборудованием. Перед Кабинетом министров Чувашской Республики, органами местного самоуправления ставлю задачу продолжить работу по строительству новых объектов культуры и к столетию Чувашской автономии завершить ремонт культурно-досуговых учреждений в сельских районах. В год российского кино новые кинозалы появились в Алатыре, Шумерле, Маринском Посаде, Канаше, Цивильске. В этом году они также откроются в городах Козловка, Новочебоксарск, Ядрин, в селах Батырово, Урмаево, Янтиково, поселке Бурнары. Призываю муниципальные образования, в которых нет современных систем кинопоказа, активнее участвовать в конкурсных отборах для оснащения кинооборудованием, проводимых фондом кино. Чувашия – колоссальный туристический потенциал, удобное географическое расположение. Несомненным преимуществом является историко-культурное наследие народа. Ежегодно набирает обороты внутренний и внешний туристический поток. В 2016 году туристские организации республики оказали услуги на сумму более 1 миллиарда рублей. Это на 35% больше по сравнению с прошлым годом и почти в 2 раза выше показателей 2013 года. Это очень позитивный результат. Привлечение туристов будет способствовать реализации масштабного инвестиционного проекта «Этническая Чувашия». Начиная с 2014 года на реализацию этого проекта направляется более 1 миллиарда рублей, а с учетом небюджетных источников объемы инвестиций составляют 2,6 миллиарда рублей. В современной истории не было таких значительных вливаний в отрасль туризма на территории республики. Перед Минкультурой Чувашии, администрацией города Чебоксары, инвесторами стоит общая задача выполнить взятые на себя обязательства. Необходимо максимально эффективно использовать наши конкурентные преимущества и сделать Чувашию привлекательной для туристов. И в этот процесс должны быть вовлечены представители общественности, молодые энергичные предприниматели с креативными идеями и управленческим талантом. В 2019 году нашей прекрасной столице, городу Чебоксары, исполняется 550 лет. В 2020 году отметим столетие Чувашской автономии. Об этом вы знаете. Об этом есть подписанный указ президента Российской Федерации, соответствующее принятое решение правительством Российской Федерации. И в связи с этим мы дополнительные инвестиции привлекаем. Поэтому здесь надо дальше эффективно работать. Одним из значимых событий в преддверии юбилейных дат станет открытие планетария, который мы возведем в детском парке имени легендарного сына Чувашии,
космонавта Андриана Григорьевича Николаева. Уважаемые депутаты, хочу еще раз подчеркнуть выводы о работе правительства, депутатского корпуса, органов муниципальной власти будут делаться не по количеству проведенных совещаний и подписанных бумаг. Оцениваться будут только реальные позитивные изменения в жизни людей, касающиеся качества дорог и жилищных условий, оказания медицинской помощи и социальных услуг, работы бюджетных организаций, развития реального сектора экономики, увеличения доходов, того, что важно для каждого жителя республики. Это требует от нас максимальной самоотдачи, ответственной, профессиональной командной работы на результат. Хизеплендешсем, пулный асра, пуласы асра. Ну майжулзем гуши туптана, чеважень буянныхне, тогда и лемлихне, и бир тивишлен истерзе братва. Чеваш республикине тугушлан адаландарастезен, меньбур ищиннен, пар шугушла булза, чемрдан мала. Килишсе ишлен еш, пызы гузылла, шакнабель задарар, унбеги же юрадар, тени аслы жута калараганамар Иван Яковлев. Уважаемые коллеги, депутаты и соотечественники, вместе мы сделаем нашу республику сильным, развитым, социально ориентированным регионом, лучшим местом для жизни. Рассчитывая на то, что эти принципы станут главными в нашей совместной работе во благо великой России, любимой Чувашии. Мы помним прошлое, ценим настоящее и смотрим будущее. Да здравствует Чувашия, регион комфортного проживания. Благодарю за внимание. Уважаемый Михаил Васильевич, позвольте поблагодарить вас за содержательное выступление об основных направлениях государственной политики Чувашской Республики. В послании обозначены ключевые приоритеты и векторы дальнейшего созидательного развития Чувашской Республики, которые будут положены в основу деятельности органов государственной власти и местного самоуправления Чувашской Республики. Уважаемые депутаты и приглашенные, торжественное собрание объявляется закрытым.